Заместитель председателя Мажилиса парламента Дариға Назарбаева приняла посла Итальянской республики Стефана Раваньяна по его просьбе. В ходе встречи обсуждались перспективы казахстанско-итальянского сотрудничества. Речь шла о проведении международных выставок «Экспо» в Милане в 2015 и спустя два года в Астане, а также о расширении межпарламентских контактов. Особое внимание уделялось международной повестке дня. Стефан Раваньян отметил большой политический опыт президента Казахстана в решении актуальных международных вопросов.